В рамках месячника по благоустройству в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха приводят в порядок территорию после зимнего сезона. В первую очередь уделяют внимание детским игровым площадкам, моют, проверяют на безопасность и смазывают игровые комплексы. Также готовят к весне фудкорты и летние террасы. Самый большой объем работ связан с очисткой трасс от снега. Дело в том, что в нашем парке до 3 апреля желающие еще могли покататься на лыжах. И вот сейчас в оперативном режиме мы стараемся этот оставшийся снег убрать для того, чтобы наши посетители уже смогли прийти в парк, погулять пешком или покататься на роликах, на велосипедах. Работы по благоустройству ведутся с начала апреля. Объем внушительный. На территории в 280 гектар располагаются лыжно-роллерные трассы протяженностью от 600 метров до 6 километров, детские и спортивные зоны, волейбольная, многофункциональная и воркаут-площадки и многое другое. Всего в работах по благоустройству у нас задействовано порядка 35 человек, 4 единицы техники, соответственно, это тракторы МТЗ, поливальные машины и, соответственно, средства малой механизации. Все работы по сезонному благоустройству закончат до конца апреля, а качество уборки проверят по чек-листу. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».